За сколько вылетов давали орден Красной Звезды? Жень, ну вот у меня было около десятка вылетов, вот мне дали. Мы же не знали там кого, к чему. Спросили, сколько вылетов, столько. Спросили вылетов, сколько, столько. И все. Ну, Петя врубился быстро. Он понял, что это пахнет Моисеевым. В службе коменданта Московского Кремля ваше обращение, поступившее в адрес Главного организационного управления Генштаба по вопросу призыва гражданина Яшина на военную службу по призыву в президентский полк. Сообщаю вам, что гражданин Яшин будет рассмотрен кандидатом для прохождения службы по призыву весной 2014-го. Пользуясь случаем, искренне вам, уважаемый Михаил Алексеевич, крепкого службы, выражаю уверенность в том, что гражданин Яшин будет достойным, хитрый какой, Хлебников, да? Комендант Кремля. То есть, Михаил Алексеевич, на вас ответственность. Если вам... Но дело в том, что команда, там их три человека, два человека уходило, Никита был третьим, уходили в президентский полк 11 мая. А Никита только 27 июня защитил диплом и закончил техникум. А набор в кремлевский полк один. И все. Они-то не разумели, чтобы там вторая, третья группа, там присягу, курс молодого бойца. Нет, один раз пришли, взяли. И Никита пролетел с полком. Это вот военком. Это бывший военком Буденновска. Ефанов Евгений Владимирович. Вот я Никите как раз вручаю военный билет. Вот. Защитник Родины. Копия того боевого знамени, которое было в военном институте. Этот знак украшает грудь многих выпускников ВИЯ. И вы являетесь одним из них. И мою грудь тоже будет украшать. Да, да. Рассказывает, вернее, сидит молча слушает. Потом, когда песня заканчивается, уже видите, как эту песню написали. Но там были искаженные слова. Чем ты, земля Афганистана, платишь слезы матерей. А в оригинале, чем ты, великая держава, платишь слезы матерей. Покоренных однажды. Это Морозовская песня. По ступеням а исполняет каска. Игорь жаловался, что очень долго у него не получалось. Мелодия не получалась. Его каскад обогнал. А потом он исполнил уже в своей аранжировке. Слышали эту песню? Я каждый год исполняю. На войне, как на войне. Это тоже Морозовская батальонная разведка. Едва... Невидимка. Ну это, я говорю, специальная флешка к открытию памяти. Слышишь, друг? Он лично вот эти вот все буквы гравировал. А как фамилия этого автора? У автора? Ну, Моторола, это, я так понимаю, позывной у него, да? Позывной, да. А фамилия неизвестна. А фамилия? Нет, она и смысл-то... Он афганец, да? Нет, он не афганец. Я не помню, не в Кургане, а как там в станице на севере Краснодарского края, там делали. Этот памятник был открыт 8 мая этого года, 2014-го. Так получилось, что на 15 февраля была встреча нашей группы наших афганцев с президентом. Ну и посетовали на то, что у нас до сих пор памятника нет. Ну, Владимир Владимирович посмотрел на мэра города Пахомова. Тот говорит, все понял, Владимир Владимирович, значит, выделяю 7 миллионов рублей. Путин сказал, хорошо, на 1 мая к вам приезжаю на открытие памятника. Вот. Ну, 1 мая он не приехал, 2 мая тоже. Там согласовывали к 9 мая, но в связи с событиями на Украине, понятное дело, у него не было в тот момент возможности прибыть сюда. Поэтому вот 8 мая в 14 часов мы начали открывать этот памятник. Видите, две стелы 7,5 метров. Черная часть означает, так сказать, все то, что было связано с сомнительным этим принятием решения на поход в Афганистан. Вот. Это скорбь и так далее. А белая стела – это героизм нашего солдата, офицера, генерала, который был проявлен при исполнении интернационального долга.